формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ действует, он существует, но есть много проблем. Сопредседатели не могут посетить Карабах, поскольку стороны выдвигают разные условия. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в беседе с журналистами глава партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян. До сих пор они проезжали по Лачину, а сейчас они не могут посетить Карабах через Лачин, потому что Азербайджан выдвигает предусловия и говорит: «Езжайте через Агдам», называя другие дороги, посетовал Марукян. Он также отметил, что работа Минской группы зависит также от проактивной политики Армении. На сегодняшний день у Армении такой политики нет. Сегодня политика Армении – это политика сгорбившегося. Война началась не случайно. Это результат провала нашей внешней политики, считает Марукян, который назвал абсурдом ожидание того, что Минская группа решит все проблемы Армении.